пятницу в Самарской области сохранится теплая погода. Будет солнечно и сухо. В дневное время 24-28 с плюсом, ночью 14-16 выше 0. Ветер сменит направление на северное и будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 29 градусов, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем 27, тепла, ночью плюс 15 градусов, северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 27 градусов тепла, ночью плюс 14. Ветер северного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 32%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.